В Орле чествовали тех, чья работа связана с транспортом. Имена лучших в последний день рабочей недели назвали в администрации региона. От имени губернатора работников автотранспортной отрасли поздравил заместитель председателя правительства Александр Барташов. Сегодня доля перевозок автомобильного транспорта ежегодно растет. Само количество автомобильного транспорта растет. Нагрузки на дорогах у нас растут. Есть проблемные вопросы, которые мы с вами будем решать. Пожелать безаварийной работы, удачи. Если чем-то мы можем помочь администрации области, мы будем стараться со своей стороны всемерно вам помогать. На сегодняшний день продолжается обновление парка общественного транспорта. В частности, ПТП-1 совсем недавно получил новые автобусы. Совместно с администрацией области, городская администрация приобрела нам два новых автобуса МАЗа. Комфортно. Администрации города уже объявлен конкурс на приобретение еще двух новых автобусов. За профессиональные заслуги лучшим из лучших представителям сферы вручили награды, благодарности и почетные грамоты губернатора. Работать на благо общества – это своего рода тоже почет. Движение – это жизнь, как говорится, правильно. И вот я люблю это движение. Водителям хорошей дороги, хороших покрытий на этой дороге. Всего в этот день награды получили свыше 30 человек. С днем автомобилиста это поздравление звучало и в мэрии Орла. Исполняющий обязанности главы администрации Андрей Устиков и мэр Василий Новиков вручили награды транспортникам за добросовестный труд. Мой отец тоже был автомобилистом, и это наш был всегда семейный праздник. Поэтому от всей души примите самые искренние поздравления с этим замечательным профессиональным праздником. Удачи, ни гвоздя, ни жезла на дорогах, поменьше всяких ЧП, чтобы родные дожидались всегда вас домой. Желаю вам прекрасного настроения, успехов в вашем труде, хорошего настроения нашим жителям в городе и поздравить вас и ваши семьи с этим праздником и пожелать вам удачи и благополучия.